наши операторы побывали на аэродроме Ейского высшего военного авиационного училища. Много сил и энергии отдает обучению и воспитанию курсантов военный летчик первого класса майор Турапик Владимир Николаевич. Терпеливо передает он им свои знания и богатый практический опыт. За 9 лет работы с курсантами он дал путевку в небо не одному десятку летчиков. Вот и сегодня отправляется в свой первый самостоятельный полет его воспитанник, курсант Алексеев. Счастливого!